Добрый день. Ну что, мне наушник сразу пропал, когда я сказал добрый день. Подписчики и зрители моего канала, с вами, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотранта номер 3. И, как вы поняли, сегодня у нас видос о мечте. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. А перед началом данного ролика я бы вам хотел посоветовать мой конкурс на смотреть третий, а именно прокачка тачка подписчику. Это будет чисто видос, когда мы возьмем тачку подписчика, возможно по дискорду или по скайпу, спросим у него вообще чё как там, прокачаем его тачечку на серию, запишем видос и т.д. и т.п. Чтобы поучаствовать, вам надо просто выполнить условия, которые все написаны, там лайк, коммент, репост. И прикрепите скриншот, что вы подписаны на мой канал. Это все. Так что ждите итогов конкурса. Ну, я желаю всем удачи и всем приятного просмотра. Так, пацаны, за мной игрок на камере. Давиджи. Давиджи. Привет тебе большой. Вот. И как вы, может, не знали. Ну, у меня уже есть два ролика с этой тачкой. Опа, мой GTR-чик. Доминика, привет. Тут какая-то раздача бабы входа. Я хочу... Вернее, тачка. Давайте я сразу снимаю 6 миллионов 500. Давайте 7 миллионов 505 тысяч. Вот. Видите, я такой богатенький. У меня остается 88 миллионов, а цифра 9. Такая четкая. Короче... тачка из Реала, которую я хочу купить в Реале. Все, я вам сейчас расскажу, когда дам этому. В 2020 году я хочу купить, в 2020-2021 купить себе Баху 39-ю, пятерку, вот. Наверное, 525-ю или 530-ю, но скорее всего 530-ю, потому что там, если дизель 300 лошадей, 200 лошадей, а если бензин, то 231 лошадка. И я, короче, хочу купить себе темно-синюю BMW или черную. Но это как пойдет, а диски, блин, четкие большие. Это, если вы не знали, у меня уже было два ролика с BMW, давайте немного уменьшим. Потому что это слишком большой размер. Вот, например, первый стейдж, но это не первый стейдж, это будет покупка, например. Покупка, я хочу купить вот такую Е39. Ну, не такую, желательно уже в обвесах. Потому что это дорестайлинг. Как дорестайлинг лечить от рестайлинга, я вам расскажу. Это фары меняются, она стоит более большие решетки, ну, стоит больше, видите, брови, типа. Им больше стоит. И появляются ангельские глазки. Меняются также бампера разные. И сзади фары становятся с белым поворотником. Вот. Это такая разница в дорестайлинге и рестайлинге BMW. Ангельские глазки именно создали на данной BMW пятерке. Так что давайте заедем. Немножечко поменяем на нее тюнинг. Левушка, вы можете сказать, а почему только одна BMW? И ты же ее тюнил. Зачем повторяться? Скоро все, пацаны, узнаете. Ну давайте затюним сначала эту BMW. Расширение арок и фендер, начнем с них, потому что меняется вот на ангельские глазки и сзади, вот видите, фары меняются немножечко, сразу ставим их, передний бампер ставим сразу эмочный, потому что я хочу эмочные просто бампера и четырехствольный сзади выхлоп, вот такой, только шильдик М5 я, наверное, вообще уберу, ну, как бы в жизни брать хотел. Вот. Спойлер можно поставить маленький, можно поставить вот такой, а можно поставить такой, но прикол в чем, что когда ты ставишь маленький спойлер, у тебя появляются, можно сказать, вот эти ресничечки. Я бы поставил маленький, если честно. Он прям топ. Я бы черный его сделал. И мы потратили, короче, на все это действо 340 тысяч рублей. Так, вот можно сказать, пацаны, это первый стейдж моей Е39. И хочу поменять ее на металлик, потому что синий хром прям, ну, такое. Вот. Вот металлик прям то, что надо, да, пацаны? То, что надо просто. Матовый, но матовый прям... Не, я накатался уже на акриле, спасибо. Металлик. Хром прикольный, но металлик. А можно немножечко потемнее сделать? Не, вот, ну, черный тоже нормально. Не, ну, короче, вот, покупаем вот этот металлик. Я же цвет не изменил. Вернуть все исходное, все, спасибо. Металлик 150 тысяч, покупаем. Сохранить и оплатить. Вот. Это, короче, пацаны, давайте выйдем, покажу вам. Это, пацаны, первый стейдж моей бэхи. Я вот так хочу катать
вот плюс-минус год. Номера будет не такие, потому что эти номера заняты, уже прочекал. Это хотел номера себе. Вот. Плюс-минус вот такая должна быть на Востонах. Скорее всего, на Востонах, Востоны прикольные, или же другие диски. Вы спросите, ну ты же не тайм говорил, типа первый стейдж, а где второй? А второй, пацаны, вот этот стейдж. У меня, если вы заметили, у меня было еще одна E39. Да, это жестко. И вы думаете, а зачем тебе две E39, если у тебя уже есть одна E39? Потому что вы видите номера OO00578, да, пацаны, это новая коллекция автономеров, как я говорил в предыдущем видосе или позапредыдущем, не знаю, когда он еще выйдет, вот. А почему и другая E39, сейчас я вам расскажу. Темно-синий цвет он задолбал меня уже, если честно, на всех автомобилях. И типа, я буду кататься, хочется какой-нибудь изюминки, да, можешь чип дать потом. И этот, давайте вообще предыстории. Я хотел купить BMW с винилом. Да, я хотел после темно-синий, когда я гадаю год. Типа это еще в планах, но... А где винил? Сейчас будет. И типа... И я искал Бэху на виниле, но такой BMW на сервере нет у никого. Есть на втором сервере, мне подписчики писали, и все. И еще будет одна такая у меня на третьем. И видите, ООО 00578 и 4,9 пробега, и она новая, даже без чипа я не ставил чип, еще 80-й топливо. И короче, я хочу сюда поставить винил. А эту тачку мне подарил Ярок Брокер, тот же, кто мне подарил гелик 3 миллиона, эту BMW на этом номере. Еще он мне подарил 5,5 на винил и подарил еще вчера пятеру. И это просто пипец. Мы заезжаем и ставим этот винил за 5,5 миллиона рублей. Деньги есть. Я никогда не ставил просто винилы дорогие. Ну, максимум я там тратил на кастомный винил на Lancer, это на первом сервере, сорян. Но это было очень давно. Я хочу в жизни потом затянуть в белый камуфляж. В матовый белый камуфляж. Она просто потом сочно смотрится. Покупаем данный винил, сохраняем и оплачиваем. Почему у меня он так не смотрится, я решил немножечко его переделать, потому что при записи видоса 5650, пипец. Во. Короче, при записи видоса я меняю расширение, потому что у меня диагональ экрана, я вам тоже расскажу, вот. Сам сделал. Плюс я когда меняю расширение, у меня искажается картинка, чтобы вам было видно норм. И кто меня, короче, такой номер, я не знаю, я не буду писать, вот. И, блин, не забыл, что, вот, и картинка искажается, из-за этого, мне кажется, он фио. Но кто меня видит на сервере, все говорили, что он прям топ. Ну, потому что я скидывал фотки там, и т.д. и т.п. У меня осталось 1 365 000, и мы постараемся затюнить на это все. И мы просто ставим тот же самый тюнинг, который был на предыдущей BMW. Ставим M-бампера, задний бампер, чтобы она не отличалась. 340 тысяч покупаем. А вот диски, пацаны, диски, я думаю, поменять, потому что, ну, восаны, ну, вы не задолбали мне уже, если честно. Ставим низкий профиль сразу и выбираем мне дисочки. Так, пацаны, я уже выбрал пару дисков. Давайте сразу резину поставим. Вот эту с белой полосочкой. У меня есть вот этот диск за 320 тысяч. 29-й, запомним. Есть у меня вот эти диски сейчас. Вот эти есть за 300, за 550. Есть вот эти за 580. Есть вот эти за 550. Ну, вот цены прям сюда на такое, если честно. Вот. Да, вот так. Хотя она, если честно, и тоже смотрится, но... Ну, вот цены. Ну, блин, подождите, где мои 30... Где они? 320 тысяч, я запомнил. Вот. Мне кажется, эти более будут вписываться. И давайте их поставим. И 395 тысяч покупаем. О, уже неплохо смотрится. Давай теперь хотя бы чип поставим, то я езжу без чипа. Вообще это плохо. Ну, а поставим сюда, наверное, обычный чип, потому что на первом сервере у меня была такая баха, и я любил ставить. Серия будет? Да. Ты в серии.
ты в серии я любил ставить дрифтшип, типа, как в жизни буду наваливать там бок, тут типа бок. Ну не буду ставить дрифтшип, давайте поставим сюда нормальный чипок. М4 Forza нет, Е34 Drift. Привет, YouTube, года 228, тебе привет тоже. Так, давайте поставим вот X5M85. Это вообще топовый чип, он стоит почти у меня на всех тачках. Давайте поставим 0.19, вот. И немножечко пропорциональность изменим на 0.48. Ну блин, она в заднюю арку впирается. Давайте хотя бы 0.02, 0.4085. Можно вот так? Или еще? Не, ну мне кажется, вообще очень близко. Блин, 0.21, что ли? Или 0.049? 0.01. А, вот, надо меньше. 0.04, да? Так, подождите, 0.4. А если вот так сделать? 0.4 как раз норм. Так, мне что-то пацаны здесь окружили, надо уезжать отсюда. Быстро. О, Панамера. Если посмотрел на Панамеру и вспомнил... Дать Панаму катнуть? Нет. И вспомнил одну песенку, сразу пишите плюс в комментариях. Не, ну так-то уже топ. Надо там просто чип подделать или радиус немножечко уменьшить, потому что, мне кажется, он слишком большой. И у нас осталась последняя точка, это... Ксенон. Почему-то ксенон уже здесь стоит. Беленький, если честно. Но это такое. Так, давайте заезжаем в тонировочный центр. И покупаем. Да, ксенон уже стоит. 80 лобовой и все остальное на сотку. Не люблю хлам. 75 тысяч рублей. Пау! И да, и посмотрите просто, как у меня... Давайте немножко радиус уменьшим, я сейчас уменьшу. И сколько у меня наличных? Еще 555 тысяч рублей. Ну, где-то у меня... Если я сейчас попробую еще перекрасить их в черный, потому что... Или в серенький. Ну, чтобы вписывалось немножечко. Так что давайте. И заправить надо ее на 5 косарей. Вот тут, вот этим сейчас мы и займемся. Только сейчас я размерчик изменю, так возле мусоров аккуратно, то еще нам погони не хватало. А, фигушки, братан, фигушки. Так, все, заезжаем. О, в диски. Сейчас я уменьшу, мы продолжим. Так, пацаны, немножко уменьшил размер. Вот сейчас будет топ. Не, вот так она просто пушка! Пушка-гонка смотрится. Ладно, неплохо. Давайте теперь заедем на заправочку, заправим. Это мой первый полублат, моя первый дорогой винил. Не, ну просто в жизни, ну просто кайф будет смотреться. Вот сейчас мы просто заспамим две тачки и вы сравните. Так, давайте заправим. Сливаем топливо, если что, на той Е39. Давайте зальем 98. Так, сливаем. Вот. 8400, и на той Е39, если вы знали, там, короче, это, как оно, там аэротопливо. Ну, я брокер, у меня не было места, я это он еще подарил в понедельник, у меня не было места, и я поменял с Е39 на Е39, и он мне залил туда аэротопливо. Но я, конечно, не подстрекатель, не такой уж дорогой пацан, не так. Кстати, смотрите, мне как раз сейчас я открою дверьку. Блин, все открыл, у меня цвет тачки под цвет кофты. Совпадение, не думаю. Итак, пацаны, я заспавню две тачки. И какую бомба уберешь ты? Напишите справа или слева. Сейчас в правом углу вверху высветилось голосование. Нажмите. Я бы, конечно, выбрал левую. И все, наверное, выбрали бы левую. Но правая точно. Короче, 2 и 39. Нафиг они мне нужны в инвентаре. Я фиг его знает. Забиваю места. Хотя у меня 8 мест еще свободных. Ну да ладно. И то у нас темно-синяя, это версия 1.0, подровняла диски, она теперь вообще пушечка, и версия 2.0 просто. Просто кайф. Только поменять расширение, если вы меня встретите на сервере, попросите, чтобы я достал эту бэху, и вы просто офигеете, какая она просто сочная. Вот ездит за мной на кабрюхе, он просто офигевает от нее, кажется, сочная BMW. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, если вам понравилась данная серия. Пишите свои комментарии, вступайте в мою группу беседы, вернее, в беседу моих подписчиков ВК. Общаемся только все вместе. Ну и с вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.